А он не стоит к нам! Собаки, утки, гуськи, никого. Все, кроме хозяев. За вражеским забором предприимчивые супруги и целые стаи уток и гусей. Пернатые не только заполонили двор, но и испортили воздух на целой улице. У нас по вечерам, особенно когда начинают чистить вот в этом доме, прям происходит натуральная газовая атака. Выйти во двор невозможно. Ветер дует к нам, форточки мы не открываем. Задыхаемся. Бизнес птицеводов портит не только воздух, но и внешний вид района. Местные жители периодически натыкаются на гниющие тушки пернатых. Пытаясь оставить право на чистый воздух, возмущенная гвардия обращалась и к главе района, и в управление ветеринарии. Птицеводам порекомендовали сократить количество птах и не упускать их за пределы собственных владений. В свет гусей и уток выводить действительно перестали, но птичьи ряды не поредели. Последние года 2-3 мы являемся именно зрителями вот этого малого бизнеса развития. У них торговые точки на рынке, они торгуют птицы. Это не сказать, что это домашнее хозяйство. То есть это бизнес. Если это бизнес, значит, пускай снимают какие-то территории, там какие-то пространства, что-то. Должна быть какая-то вентиляция, но однозначно это не так должно выглядеть. Специалисты Роспотребнадзора задыхающимся посочувствовали, но ничем не помогли. Санитарные нормы число птиц в хозяйстве не регламентируют, да и уровень зловония измерить невозможно. За право дышать полной грудью местные жители готовы бороться в суде. Может быть, там докажут, что на этом дворе у людей все-таки больше прав, чем у птиц. Екатерина Киселева при содействии ТРК «Евразия» в наше время.